Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу потестировать HomePlug адаптер от TP-Link, ну или как TP-Link их сам называет, Powerline адаптер. Адаптер нужен для того, чтобы пробросить интернет через электрическую розетку. В том случае, если в помещении уже сделан ремонт, а нужно организовать локальную сеть. Я взял максимально шустрые адаптеры из тех, что были доступны у TP-Link. Скорость обещают 1200 мегабит, но по факту она получается гораздо меньше. Поэтому хорошо, что взял с запасом. Раньше сеть была гигабитная, обычная по витой паре. Такая скорость была нужна, чтобы 1С-ка быстро по сети открывалась. В комплекте всегда поставляется пара адаптеров. Вместе с ним идут два патч-корда. Патч-корды длинные, по 1,5 метра каждый. Производитель в инструкции рекомендует втыкать адаптеры напрямую в розетку, не использовать сетевые фильтры. А так как габариты у них приличные, если у вас парная розетка, то в соседнюю вы уже вряд ли что-то засунете. Я использовал маленький старый трехрозеточный удлинитель, и в итоге мы сейчас увидим, как скорость снизилась при использовании этого удлинителя. Вот вы его сейчас можете наблюдать. Смотрим, что по скорости. По скорости у нас 273, уже 267 мегабит. Достаточно немного, если обещалось 1200. Примерное расстояние между адаптерами по электропроводке около 40 метров. Дом новостройка, так что проводка должна быть в отличном состоянии. Потом я все-таки умудрился воткнуть адаптер напрямую в розетку, и сейчас посмотрим, что будет по скорости. Смотрим, что получилось. И видим 492 мегабита. Не гигабит, конечно, но гораздо быстрее, чем 100-мегабитная сетка. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Всем спасибо, пока. До новых встреч.